На гранитной плите Саргиз Малхасян. Зимой прошлого года он записался в ряды добровольцев. В феврале погиб, сражаясь под Луганском. Награжден орденом мужества посмертно по указу президента Российской Федерации. Память о подвиге героя бережно сохранили в 13-й гимназии. Очень хорошо, что мы сегодня собрались все с вами и будем устанавливать памятную мемориальную доску. Потому что память об этом герое должна жить вечно. Память о бойце решили увековечить одноклассники. Открытые и душевные, способные выслушать и понять, всегда прийти на помощь в трудную минуту. Улыбающийся мальчишка с огромными, широко открытыми глазами. Таким вспоминают Саргиза родные, одноклассники и педагоги. Его талант, его человечность, его действительно любовь к родине, она была взращена на уроках нашими прекраснейшими педагогами. Саргиз не первый ученик гимназии, отправившийся в зону СВО. Прямо сейчас плечом к плечу защищают родину еще 4 выпускника. На их примере педагоги прививают ученикам гимназии патриотизм, рассказывают о мужестве и смелости, о защите страны. С родителями мы поддерживаем контакт, держим руку на пульсе, как говорится, и желаем им вернуться здоровыми, вернуться героями в свои семьи, чтобы больше слезы не проливались по поводу потери. В ближайшее время в стенах гимназии появится еще одно памятное место в честь погибшего бойца. В школьном музее установят парту героя. Олеся Лукина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».